Сегодня мы будем играть в новенную Симбину игру. Ну, а мы погнали! И эта игра называется «Симбины шляпки». Заходим. Здесь у нас такая маленькая загружечка, скажем так. Загрузайся! Play нажимаем. Выбираем отсетевать шляпки. Здесь у нас есть два режима. И тут нам надо отсортировать шляпки, испорченные или нет они. Это очень легко, здесь главное на внимательность. Сюда, это сюда, 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 ребятки, и сюда. Ах ты ж крыска мелкая. Сюда, 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 сюда. И у нас след изменить режим. Теперь давайте мы выбираем. Вот такой вот у нас режим. Мы должны набрать 19 башенок шляпок. Для кого-то это сложно, но для кого-то легко. Нам осталось набрать 9 шляпок. И еще чуть-чуть. Блин, а у нас, значит, будет 18 шляпок. А так хорошо шли с вами. Ну ладно, в этом ничего страшного нету. И в принципе все. Мы набрали 18 шляпок. Следующий уровень. 23 шляпки, слушайте. Слушайте, нам главное не потратить все 3 сердца. Мне нравится вот такой вот режим, не знаю. Он какой-то, не знаю, что ли, для меня более интересный. Хотя мне казалось, что он наоборот сложный будет. 23 из... У нас пока только 10. Нам еще долго идти. Ай! Думаю, оно уже упало. Башенка-то потихоньку шатается. Ну, слушайте, мы пока без ошибок прошли, считайте так. О, нет, у нас будет 22 шляпки. Блин, он шляпку утащил. И мы выиграли, ребят. Мы молодцы, мы заработали $20. Следующий уровень. 27 шляпок. Вы серьезно? Мы это попробуем сделать. Главное здесь не потратить все три сердца, которые у нас наверху, видите? А нас... И у нас, ребят, так скажем, это первый влог. Поэтому, пожалуйста, нажмите на кнопочку подписаться, чтобы у нас точно все получилось. Итак. Ай, блин, нас нахейтили. В самом начале вам будет Симбочка объяснять, как играть в эту игру. А где у вас? Ай, блин, а. Издеваются, что ли? А, нет. О, нет, реклама. Так, ребят, мы продолжаем. Ура, мы выиграли. Ого, мы потеряли целых 3 шляпки. Ну ладно, 5-й левел, 30 на шляпку. Поехали. Сейчас попробуем без ошибок. У нас, короче, есть только... несколько. У нас есть, короче, 6 попыток. Пока что мы идем ровненько, так скажем. Ну, там все равно будет тупая ворона Тутора. Без работы я накрала для летатушных дебилов по имени Ворона. Кстати, Симбочка так круто нарисовала. Ну, как сказать, Симбочка? Артем. Я 20 шляпок
уже без ошибок прошла. Я одну шляпку потеряла. Уже две. У нас осталось 1,5 сердечка. Итак, ребята, мы продолжаем. Я боюсь, что мы проиграем. У меня осталась 1 попытка. Фух, ребята. 35 шляп. 20. Им 30. Одну не могу набить, они мне 20. Они мне 35 набивают. Как только прилетает эта злая ворона, и я не знаю, что-то за фигня происходит. Она начинает так медленно считаться. Серединка. Ничего себе, сколько Симбочка уже шляпок одел. Я один раз опростоволосилась. Реклама. Итак, ребят, у нас самое сложное. И не издевается над нами, я потратила уже две попыточки. Ну, две это очень мало попыточек. У нас здесь есть всего 6. А 6 это, как вы понимаете, не так много. У нас еще... Ай. И, ребята, мы выиграли. Пока. Итак, ребята, я изменила режим. Это вот сюда, 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 сюда. Да блин! Ну все, ребятки. О нет. Ай, плохой ход, уйди. Итак, ребята, последние штрихи. Ура! Мы выиграли! Что-то мы постоянно зарабатываем всегда 20 монет. Опа, опа, оп. Далее. О, нет. Мудрость. Ура, мы победили и заработали опять 20 монет. Опять. Итак, ребят, сегодня без ошибочный день. Мы пропишем белотевицы на все. Ой. Ой, морковь под ногой нахрустит. Ой. Опять! У меня пока вообще без ошибок. На самый... Если посмотреть на самый верх... Ты дебил мелкий. Сюда, сюда. А, нет. И мы заработали сколько опять денежек? Ну, конечно, 20 монет. Мы сейчас попробуем без ошибок пройти. А давайте все в плохую будем отправлять. Цинь. Мы проиграли. Понятно. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока. Чё вы на меня смотрите? Пока.